Доброе утро, Элеонора Андреевна. Чего ты улыбаешься? Уволена. Ты чего не улыбаешься? Уволена. Уволена! А кто из нас? Обе. 7 горничных за 3 дня. А от меня-то чего хочешь? Ну, поговори с ней. Бизнес страдает. Миш, некогда мне с ней нянькаться. У меня вот свадьба на 50 человек. Ничего, попьет, поплачет, успокоится. Витя! Миша, найди телевизор, по которому не показывают Нагиева. Миша, вызывай ее личного мозгоправа, пока гости полицию не вызвали. Народ, внимание, все скидываемся по 3000 на день рождения. Кому? Кому? Мне. А почему так много? Чего много? У меня кризис. Катя. Средний возраст. Ты куда пропала? Собирались позавчера кофе попить, а ты 2 дня трубку не берешь. А ты со Светой сходи. Заодно кофе попьете и поцелуетесь. Катя, это ничего не значит, это случайно. Ну, просто по-дружески чмокнула. Ну вот и чмокайтесь дальше. Катя, у меня со Светой ничего нет. Мне не веришь, спроси у нее. Дэн, слышь, это самое, я тебе квартплату повышаю. В смысле? Ну, это на месяц всего, у меня же день рождения. А это будет от тебя такой, какой подарок классный. Левочка, доброе утро. Левочка, мы тебе завтрак приготовили. Спасибо. Как замечательно ты придумал. Жить всем вместе. Лёва, Лёва, вставай. Лёва. Мне твою кровать перестирать надо. Элеонора Андреевна, я бы рекомендовал вам сменить обстановку. Есть одна больница, точнее санаторий. За городом. Свежий воздух, крепкий сон, лошади. А? Бассейн есть. Конечно. Конечно, прекрасный бассейн. Взимай же деньги. Хочешь меня в психушку упрятать? Уволен! Я так понимаю, она не согласилась? О, привет. Слушай, а у вас с Денисом что-то есть? А тебе какая разница? Если спрашиваю, значит, есть разница. Ну, во-первых, это не твое дело. А во-вторых, да, есть. Мы встречаемся. Что? Скажешь маме, чтоб меня уволили? О! Если идете ко мне на день рождения, напоминаю, дарим денежку. По 2. Ладно, вам можно по 1,5. По 500 за них донесешь. Представляешь, ко мне сейчас подошла Катя и спросила, есть ли у нас с тобой отношения. Что ты ей сказала? Правду. Ну, что мы с тобой просто друзья. Спасибо. Слышь, животное, это что за развод-то с деньгами, а? У тебя же день рождения через 3 недели. А скидки на эхолот заканчиваются завтра, а не через 3 недели. Потом еще спасибо скажешь, когда я тебя на рыбалку позову. Угу. Угу. Я поговорила с тетей Нюрой.
Сегодня ты можешь у нас переночевать. О, супер. Слышь, таможенный союз, вы на день рождения ко мне идете? Не знаю пока. Что значит не знаю пока? Решайтесь уже, давайте. Мне же надо понимать, денег мне хватает или мне еще официантами добирать. Привет. О, а что, кроме шеф-повара уже некому бутылку привезти? Ты, конечно, сильно удивишься, но мне не плевать на твое здоровье. И ты меня лечить пришел? Да. Супом. Ты ж 4 дня нормально не ешь. А я тебе твой любимый луковый приготовил. Ну, заодно и венца. За твое здоровье. Ну, раз ты такой заботливый, давай выпьем за мое здоровье. Или ты мне в вино что-то подсыпал, чтобы я отключилась, а ты меня в психушку вывез? Давай, за тебя. В суп я подсыпал, Элечка, в суп. Готово. Дамы и господа, свадебный торт! Я предлагаю нашим молодым отрезать первый кусок торта. Дорогие Лена и Саша, позвольте от себя лично и от всего ресторана «Виктор» поздравить вас с бракосочетанием и правильным выбором места его проведения. Нормально. Я в психушку, а сам тут торты жрешь. Ну, сволочь ты, барина. А что здесь происходит? Вы кто? Эля, прекрати. Ну так что, совет да любовь? А совет такой. Не верь мужикам. Кобели они все. А самые кобели. Такие лысые кобели. Привет. Это тебе. Как насчет позднего ужина в хорошей компании? Аврона Кобель — это хорошая компания. Опять? Слушай, ты же поговорила со Светой. Ну, в чем проблема? Ты не видишь проблемы? Ну что, нам вообще с ней не общаться? Да ты многостаночник. Многостаночник? Слушай, это нормальные человеческие отношения. Если ты это называешь нормальным, то ты просто больной урод. Я больной? Это ты помешалась на этой ревности. Я? Да. Да иди ты знаешь куда. Катя, все в порядке? Не лезь, видишь, люди разговаривают. Мы уже поговорили. Отвезешь до дома? А то этот он не отстанет. Не вопрос. Будешь спать в этой комнате. А ты? А я в другой, с женщинами. Лезь наверх. Тебе, как гость, оставили лучшее место. Лёва. Лёва. Вставай, Лёв. Ты в душ пойдёшь? Я тебе очередь заняла. Давай, давай, скорее, ты третий. Надо срочно искать квартиру. Легче? А может, пойдем от обратного? Попробуйте понять и простить своего мужа. Все-таки зря я тебя назад взяла.
Уволят! Ну как? Самое главное, исключить бывшего мужа из ее жизни. Чтобы ни в журналах, ни по телевизору она его не видела. Это небезопасно. Я вообще не понимаю, что происходит. А, по-моему, все понятно. Ты ее избаловал своим вниманием. Катя то, Катя это. И что делать? Можно заставить ее ревновать? Как? Например, прийти к Сене на день рождения с другой девушкой. С какой? А ты подумай. Шеф, вы ко мне на день рождения пойдете? Не знаю. Но на подарок мне скидываться будете. Исчезни! Еще раз стукнешь, я буду скидываться на венок. Слушай, я знаю, что делать с Элеонорой. Согласен. Только труп повезем в багажнике твоей машины. Я серьезно. Нужно привезти Нагиеву. Им надо поговорить. Ее психическое состояние улучшится. Доктор сказал. А, ну если доктор сказал, то... Да, это я. В смысле, кто я? Бывший муж твоей бывшей жены, который ты изменил со своей бывшей женой. Айнура, можно я сегодня опять у вас переночую? Я деньги нашел, а квартиру пока нет. Ой, конечно, можно. Ты же почти как родственник. Кстати, не затягивайся этим. Всем привет. Ну, где наш именинник? А? С днем рождения. Угу. Спасибо, конечно, но вообще-то у меня есть Марина. Дурак, дарить цветы мужчинам – это нормально. Нормально дарить мужчинам бабосы. С днем рождения. Спасибо. Кстати, я сегодня вечером буду. А, точнее, мы будем. Ага. Со Светкой, с ресепшн. О-о-о. Вот говорил мне мама, шел бы ты, Федор, в музыканты. Все б Светки твои были, особенно с ресепшена. Мужик. Сеня. Я. А мы с Никитой тоже придем. Ага. С Никитой Андреевичем, директором ресторана. Так, ребят, статус мероприятия повышается, дарить не меньше пятерки. И цветы. Я, оказывается, так люблю цветы. Здравствуй, Дима. Тоже не болей, Витюш. А чего, как думаешь, простит меня старушка-мать? Как стараться будешь? Буду. Ты ж понимаешь, кавалергарда век недолг. Сегодня ты звезда, завтра гоните лысого из телецентра. А здесь как-никак. Все-таки 4 этажа обеспеченной старости, плюс ресторан, плюс ты вон пузатый. У себя? Нет, твоя счастливая старость как раз поужинать вышла. Пойду подготовлю. Элечка, приятного аппетита. А у меня для тебя сюрприз. Увижу санитаров. Врежу тебе бутылкой. Я Диму позвал. Он мириться приехал. Какого Дима? Какого-какого? Нагиева. Мужа твоего. Вон он, красавец. Значит, помирить нас решил. Лови. Как дела, Дим? Какие дела, Эль? Страдаю, щеки ввалились, слоняюсь из угла в угол. Усатый сказал, что я могу вроде как подойти, извиниться. А сам ты как думаешь? Ну, честное слово, ну мой косяк. Хочешь, врежь мне. Ну, не в глаз только. Завтра съемки на первом. Вызвали главу. Дим, а ты меня любишь? Эль.
конечно, я, ну, как солнце тебя люблю, как море. Ты можешь не кривляться? Можешь вот просто сказать. Эля, я тебя люблю. Громко, но чтобы все-все слышали. Блин, я люблю тебя. Громче. Ну, пожалуйста. Ну? Эля, я тебя люблю. А громче? Я люблю тебя, Эля. Еще громче. Я тебя люблю. А еще? Эля, я тебя люблю. А я тебя нет. Ты моральный урод. И мы с тобой разводимся, Нагиев. Точнее, нет. Я тебя бросаю. А завтра весь интернет узнает, что лучший актер России, обладатель ТЭФИ, полное ничтожество! Пошел вон. Пошел вон из моего ресторана. Тварь усатая. Официант, шампанского. Всем шампанского! Сеня, мы со Светой хотим выпить за тебя. Да. Здоровья тебе и любви. Да, и? А, да. О. Ну, это от нас со Светой. А, Сеня, а от нас с Никитой тоже прими поздравление и подарок. Давай конверт. Держи. О! Сень. Ух ты! За Сеню! За Сеню! За Сеню! Ура! Что-то она меня не очень-то ревнует. Так не к чему пока. Обними меня. Ну, это что-то значит? Ничего это не значит. Пойду еще выпью. Зачем ты про Дениса спрашивала, если ты с Никитой? Слушай, пей свою красную, говорят, для сердца полезно. Ну, просто Денис думает, что ты хочешь его заставить поревновать. Бред, я с Никитой. А Денис пускай думает, что хочет. Поцелуй меня. Как? Как хочешь. Вообще не понял, ты что такое? Ну, возможно, ей действительно нравится Никита. А ты третий лишний. Сейчас посмотрим, кто третий лишний. Сеня, Сеня, поцелуй меня. Сейчас нажми. Сеня. Я полез. Спокойной ночи. На Алтынбека не наступи. Граждане гастарбайтеры! Вы окружены! Выходить по одному, оружие бросать на снег! Документы готовим на проверку. Проходим, проходим. Так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Так, а ты что-то не очень на нелегала похож. А я легал. Вот мой паспорт. Так, Лев Семенович. Лев Семенович, вы что, мазохист? В смысле? Зачем вы с московской пропиской живете в Бретоне? А у меня тут девушка.
Ну, теперь у вас будет девушка в Бишкеке. Завтра же всех депортируют. А можно вас на два слова? Слушаю. Товарищ командир, отпустите, пожалуйста, вот тех двух женщин. Вторая тоже ваша девушка? Нет, это ее тетя. По пятерке за каждую. Остальных, значит, вам не жалко. Пусть, значит, едут обратно в нищету, в безработицу. Чего ж жалко? Вот и берите всех коптом. Граждане гастарбайтеры, скажите спасибо вот этому гостеприимному жителю нашей столицы. Уходим. Ну что, уволить меня хочешь? Скорее повысить. В смысле? Ну, был шеф-поваром ресторана, теперь будешь хозяином всего. Да ты садись, Витя. Я не понял. Ну, что тут непонятно? Женись на мне, Витя. Да, я все поняла. Ты же меня до сих пор любишь. Откармливал, отпаивал, психушку засунул. Господи, даже Нагиева ради меня позвал. Витя. Вот такой мне муж нужен. Эль, ты ведь это не серьезно. Ну что ты, Витя? Я очень серьезно. Эль, ты чего? Ну, выходи с туалета! Вить! Ну, признайся себе, что ты меня любишь. И у нас с тобой все получится. Ну, Витя. Эль, иди в баню. Я люблю другую женщину. Элечка, прости, я не хотел тебе сделать больно. Ты чё? А я вот захотела. А где Денис? В туалете. А ты не могла бы мне помочь? А то я все это до машины не донесу. Сеня, стой на ногах. Марин. Помогите, пожалуйста. Ну, поехали прямо сейчас, купим эхолот. Слушай, а? Закрой свой эхолот и садись в машину. Ага. Возьми цветы, Сеня. Не, я цветами не влезу, ты выкинь их. Я сейчас тебя выкину, садись. Спасибо. Деточка. Ну как у вас с Денисом? Вроде получается. Хороший ты план придумал с этой ревностью. Да никакой это не план. Я люблю Катю и считаю, что ей со мной будет лучше. Просто ей нужно немножко помочь с выбором. Я только за. Что-то я Кати не вижу. И Денис тоже нет. В душ пойдешь? И какой очереди? Какая очередь? Ты теперь у нас всегда первый.